это только что, когда сломалось, когда компьютер, телевизор, игрушки, и все, и лазер на свалку. Диета – это когда человек не ест. Но они как бы не хотят сами, специально. И либо им не дали в школу покушать. Они вот и сидят на диете, чтобы быть слабачком. Диеты бывают для того, чтобы не только для того, чтобы не худеть, и для того, чтобы есть люди, у которых такая проблема ожирения. Они, им врачи выписывают, чтобы они садились на диету. Ну, диета, чтобы у мужчин поправлять вот такой жалоба длиннючий. Я одного дядю такого видел, что у него, что у него живот такой толстый, что аж пузо торчит. А девочкам, чтобы они были стройненькие. Будешь худеть, сил не будет. Ну, слишком худые, это уже некрасиво. Худые, это уже, нормально. Бывают такие диеты для ученых, которые смогут из ученых превратить в динозавров. И бывает такая диета, чтобы наоборот не худеть, а толстеть. Ну, долго не кушать – это вредно для здоровья. А вот полезно тем, что нету пуза вот такого. Ну, худые люди – это больше красиво. Бороться надо кулаками большими. Чтобы вы были тоненькие кострунки, но ребра не светились. Лучше сидеть на диете, чем кушать много вкусняшек.